В регионе режим пожарной опасности номер один. В пятницу, 7 августа, в 20 районах Саратовской области прогнозируют наивысший уровень пожарной опасности. Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр. В списке муниципалитетов, в которых ожидается пятый класс горимости, Краснокутский, Советский, Александрово-Гайский, Ровенский, Питерский, Новоузенский, Озинский, Краснопартизанский, Ивантеевский, Балаковский и другие. Спасатели просят всех жителей региона быть предельно осторожными с огнем.